Всем привет! Сегодняшнее видео будет достаточно коротким, потому что не только о квартире и о билдинге, но и о последнем шансе. Дело в том, что мы находимся в башне Palm View, хотя можно было назвать Palm View и Golf View, потому что здесь виды, соответственно, в сторону Palm Jumeirah и гольф-полей. И башня продана на 85%. Здесь осталось совсем немного юнитов в продаже, но у вас еще есть шанс. Она сдается полностью готовой, с отделкой, мебелью, техникой, кухонными приборами, предметами декора, цветочками в горшках и со всем, что только можно себе представить. Вы просто привозите чемодан, распаковываете и живете. Здесь очень большие площади. Односпальная квартира начинается от 100 квадратных метров, двухспальная примерно от 150, трехспальная 180 и выше. Кухня и гостиная перед нами. Вот уже отсюда можем наблюдать великолепный вид в сторону Palm Jumeirah. И пойдем посмотрим остальные комнаты. Первая спальня. Такой вот параллельный гардероб. Санузел. Все, что вы видите, вплоть до свечей. Вот этих салфеток. Рамок для картин и фотографий. Все будет сдано вместе с квартирой. Кстати, в самом билдинге с 1 по 16 этаж у нас отельная часть. Отель Avani. Palm View. И с 17 по 43 уже идут резидентские квартиры. При этом, кстати, в резидентских квартирах есть возможность получить отельный сервис а-ля-карт, что существенно упростит вашу жизнь. Еще одна спальня. Здесь у нас такой же гардероб, встроенный в стену. Санузел. Все по стандарту. Везде очень лаконичный, хороший дизайн. Отличная мебель. Предметы декора, люстры. Все очень-очень круто сделано. Пойдемте покажу самую маленькую комнату здесь. Это три бедрума, поэтому, конечно, здесь есть maids room. Она просто крошечная. Если я вытяну руки, то я могу достать до всех стен. Здесь у нас такая небольшая ниша-комната. В доме представлен отель с 1 по 17 этаж, это Avani. То квартиры начинаются, соответственно, с 18 этажа. И в каждой резидентской квартире есть возможность получить отельный сервис а-ля-карт. Мастер-спальня, большая, просторная. Здесь во всех комнатах высокие потолки 3,2. Также абсолютно все будет готово и установлено. Даже вот эти цветочки, которые нам мешают снимать. Тот же балкон, тот же роскошный вид на пальму. Кровать, все готово, можно заезжать и жить. Гардероб, можно присесть, подумать, что куда развешивать. Зимние вещи вам здесь точно не пригодятся, но для летних места хватит 100%. Огромный мастер-санузел. Мне кажется, где-то в Химках сейчас строятся студии примерно такого же размера. Здесь у нас ванная, душевая кабина, раковина. Все готово, установлено, вплоть до полотенец. И даже мочалочка есть. А вот эта штука для массажа? Не знаю, что это. Поговорим об условиях покупки. Неплохо, кстати. 20% первоначальный взнос, и вы получаете ключи. Еще 80% выплачиваете в течение 5 лет после того, как вы получили ключи. То есть фактически вы можете жить в квартире или сдавать ее в аренду, заплатив всего 20% от ее стоимости. Я думаю, что это роскошные условия покупки. Это достаточно редкий случай, когда в таком крутом месте застройщик дает такие опции. Кстати, про само место. Мы находимся в районе Медиа-Сити, и рядом с нами такой большой кластер офисов всяких IT-компаний, в том числе Canon, Microsoft и так далее. И очень много экспатов будут жить здесь и работать там. Абсолютно все земельные участки в Дубае имеют статус leasehold либо freehold. Leasehold – это земельные участки, в которых невозможна покупка не гражданами ОАЭ. Freehold зоны, так называемые, это зоны, в которых купить может абсолютно любой человек, гражданин любого государства, которому просто исполнится 21 год. Так вот, в окружении этого дома практически нет freehold зон. Это единственный дом на расстоянии в несколько километров, где вы можете купить в собственность квартиру, будучи гражданином России, Украины или любой другой страны. Очевидно, что с точки зрения локальной конкуренции это очень выигрышная ситуация, потому что ближайший конкурент у нас находится либо на Пальме, либо MR Beachfront. И, наверное, ближе ничего нет и вряд ли когда-то появится. Пойдемте глянем балкон. Вот такой вот протяженный балкон. Виды практически на все стороны. То есть у нас остров Blue Waters по левую руку с самым большим в мире колесом обозрения. Достраивается MR Beachfront. Palm Jumeirah как на ладони. Мы видим оба Атлантиса, Palm Tower. И с правой стороны у нас Бурдж Аль Араб.
прекрасные виды, полностью готовый билдинг, меблировка, предметы декора. Есть все в мельчайших деталях. И я напоминаю, это последний шанс. Осталось менее 15% объема. Но вы все еще можете купить хорошую квартиру. Мы с удовольствием вам в этом поможем. Как всегда, все ссылки и вся информация о билдинге будет в описании. Оставляйте заявки и до встречи!